Хотел машину это испортить. Ну, лакокрасочное покрытие, чтобы не сгорела полностью машина, а так, чтобы навредить как сожительницу бывшей своего товарища. Мне просто спонтанно вообще, я не знаю, как это объяснить. У меня просто то же самое с женой было, то же самое все. И получилось так же это, у них с Ионой. Ну и не хотел, чтобы там сжечь ее там что-то, еще, потому что дождик был. Просто я убежал оттуда.